Всем привет! Ну что ж, вот и пришло время разыграть обещанный наборчик, который мне пришел из Украины от Натальи. Я надеюсь, что уже все успели заявить о своем участии, кто хотел. Я хотела сделать розыгрыш немного раньше, наверное, все уже заждались. Но дело в том, что я обещала, что я от себя тоже добавлю какой-то подарок. И я просто ждала, когда этот подарок придет. Ко мне приехала посылка из мира вышивки. О ней я вам расскажу в отдельном видео. А сейчас покажу тот наборчик, который я хочу именно добавить вот к этому дворцовому мосту от фирмы Овен. И который также получит наш сегодняшний победитель. И это будет знаменитый маяк от фирмы Панна. Я решила, что если человеку понравился дворцовый мост вот в таком вот акварельном стиле, то, скорее всего, и понравится в таком же стиле этот маяк. Ну и тем более тоже тематика такая близкая, в общем-то, это одно. Ну и еще один момент, на маяк у нас у вышивальщиц принято загадывать желание, так что я думаю, лишним он точно не будет. Вот эти два наборчика мы сегодня и разыграем. Давайте приступим. Ну что ж, вот то самое видео, в котором я и объявила конкурс. Видео о посылочке из Украины. И здесь мы видим, что у нас 447 комментариев на данный момент. Сегодня я решила воспользоваться вот этой программкой Lisa On Air для выбора победителя. Я как-то усомнилась в том, что предыдущая программа, которую я использовала, выбирает именно уникального автора. А здесь написано именно, что выбор уникального автора комментария, неважно сколько автор оставил комментариев, все они считаются как один. То есть это было для меня основным критерием для выбора этой программки, так как в данном случае я точно знаю, что там есть повторяющиеся комментарии. Во-первых, я отвечала некоторым людям, Наталья тоже, которая прислала мне посылочку, отвечала некоторым. И также я замечала, что были комментарии от одних и тех же людей, ну, то есть там диалоги тоже возникали и так далее. Поэтому важно, что именно один комментарий в данном случае участвует в розыгрыше. Итак, что мы делаем? Мы копируем ссылочку отсюда. Вот сюда ее вставляем. И вот, собственно, на фоне вы видите, что началось мое видео, да, и нам осталось нажать кнопочку «Мне повезет». Ну что ж, кому повезет сегодня, давайте узнаем. Итак, информация обрабатывается. Ирина Макс. Подарки изумительные. Наталья большая молодец. Голосую за серую бабочку. Ну и, конечно же, участвую в розыгрыше. Наталья, спасибо за комментарий. Сейчас мы проверим, выполнила ли Наталья условия нашего розыгрыша. Собственно, единственным условием было подписка на мой канал. И вот, по крайней мере, подписки у Натальи открыты. Это уже радует. И давайте проверим, есть ли в подписках мой канал. Так, 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 листаем, листаем, листаем. Очень много каналов в данном случае. Много знакомых лиц встречается. Так, листаем, листаем. Я, может, проглядела уже, конечно, потому что у меня такое бывает, мне кажется, я как-то не замечаю. А, нет, не проглядела. Вот, собственно, подписка на мой канал. Значит, Ирина выполнила условия и является победителем данного конкурса. Ирина, жду от вас адрес, куда отправлять посылочку. Вы можете написать мне либо ВКонтакте, либо здесь на YouTube в личные сообщения, как вам удобно. Все ссылочки есть на канале, то есть вот здесь вот Instagram,
ВКонтакте, ну и в личное сообщение здесь же на YouTube вы мне тоже можете написать, как вам удобнее. Остальным хочу сказать, не расстраивайтесь, это, естественно, не последний розыгрыш на моем канале. Конкурсы еще будут обязательно, поэтому шанс у вас еще точно будет. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, всего вам доброго, пока-пока.